Тук-тук, есть кто-нибудь? Ага, надо развернуть. Привет! Кто там хотел прямой эфир, а кто очень хотел? Я немножечко обгорела, загорела. Видно? Добрый день. Привет! Вопросы приготовили? Как вам моя челма? Я накупалась и теперь сушу голову. Привет! Привет. Будем ждать, пока все присоединятся. Давайте я вам расскажу про лайфхаки. А вот когда ты часто путешествуешь, то на самом деле лучше всего не класть вещи в ящики. А потому что когда быстро собираешься, то забываешь иногда их выдвинуть. А вот, и лучше держать их на виду, в поле зрения, а не класть там вот на вот как вот там есть полочки всякие. Там у меня, кстати, кофейная база, чайная, всякие вот холодильник. Ну, это вот этот, который холодильник в номере. Вот он, такой квадратненький, с прозрачным стеклом. Это чашки, чайник, вкусняшки разные. Я возлежу на кровати, с вами общаюсь. Доброго вечера. Вопросы будут? Нельзя быть красивой так. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Спасибо. Назагоралась, накупалась. О, еще на несколько дней отдых. Привет. Кто-то тут ко мне хочет. Остров большой, мне кажется, что пол Москвы здесь точно есть. Отдых великолепно. Глинников, это ты? Солнце, привет. Я не ошиблась, нет? Илюш, привет. Где я отдыхаю? На Бали. Чего я без макияжа? Я на отдыхе могу себе позволить. Массаж. Ага, смешно. Чай, кофе, потанцуем. Да-да-да-да, есть у меня, кстати, в Инстаграм. Вот этот китаец, если вы поищете... Это где-то год назад, сейчас скажу. Это где-то март, февраль-март прошлого года. И вот этот китаец. Спасибо. Глинников, если это ты, то ты в состоянии сам оплатить билет до Бали. Илюш, если это Илюша. Но мне кажется, что это фэн-клуб. Спасибо большое. Я сегодня долго побыла на солнце, теперь нанесла маску, такую вот, ну, крем, и выгляжу сейчас как почему-то как... Сейчас скажу, как кто. Как пряничная игрушка, вот. Привет. 165 человек. Вопросы будут? Насколько от Москвы отличается время на Бали? 5 часов. Я живу в будущем, я могу вам рассказать, что будет. Плюс 5 часов по отношению к Москве. Ирина не замужем, нет. Как я ухаживаю за лицом? Я обязательно утром умываю специальной пенкой, потом тоник. Если был макияж, конечно, мицеллярной водой снимаю его. Вот, потом увлажнение. Вот, маски делаю и посещаю косметолога раз в 2 недели где-то. Как удается, я людей люблю, а они мне отвечают взаимностью, это энергия. Илюш, ты надеялся, что я тебе билет куплю? Ну, я же девочка. Ну, ты что? Это мальчики девочкам должны билеты покупать. Нет, я что-то путаю, Илюша. А, в директ нет, не смотрю, там такое количество вопросов. Как я познакомилась с Александром Мельчиковым? Ну, это как... Подождите, это же произошло еще в прошлом году. Дайте вспомнить, как-то я познакомилась с Сашей Меньшиковым. Хороший парень. Какие проекты ожидать? Много и разных. Некоторые здесь обсуждала на Бали. Какие процедуры я делаю? Я люблю массажи. Я делаю пилинги обязательно для тела и лица. А
Я... Самое главное — регулярность утро-вечер. Это не Илья. Самозванец, я Глинникову скажу, ай-яй-яй. Ну, иногда бывает, иногда вспоминаю. Можно мне вопрос сюда тогда? Вы знаете, где вы решите, там и будет место силы. А косметолог делает безинъекционную мезотерапию с микротоками и потом альгинатную маску. Заводят собак и кошек. Это неправильный, некорректный вопрос. Градусов. Сейчас градусов 26-27. Днем 30-31, на солнце больше. Спасибо, надо быть похожей на себя. Казахстан. Привет, казахов я здесь тоже видела. Лазер нет. Лазер не делаю. Биоревитализанты. Ну, на самом деле, мне делают безинъекционное мезо. Мне некогда, я не люблю шприцы, мне некогда ходить с этими, с папулами и с синяками. Работы много. Нет, это же ваш выбор. Ведите любую группу на здоровье. Какие планы на вечер? А вы что, здесь в моем отеле? Потому что планы на вечер у меня на Бали. Кстати, об отелях. В этом отеле есть местная фишка. Вот такая штука, смотрите. Лавандовая такая эссенция. Сейчас покажу. Которую для хорошего сна натираете виски. Пахнет прекрасно, так комар. Комар. Меня очень любят комары. Потому что я, наверное, очень вкусная. Вопросы есть разные, но я надеюсь, что люди должны понимать, что не все они корректные. Я не делаю ботокс, мне нельзя, у меня, я же артистка. В Якутске нет. Это мне вопрос точно. Белая, вы, кажется, не по адресу. Привет, с Камчатки. Ни разу не было. А тут комар летает. Они такие кусучие здесь, честное слово. Вот меня укусили. Вот видите, вот. И вот тут еще где-то. Так видно на лице. Прям как будто нарочно. Вы знаете, это очень серьезный вопрос по поводу ребеночка. Мне кажется, что ребеночку нужна полная семья. Надо начать с хорошего папы, надежного. Ульяновск, когда? Когда пригласят? Раптора тут не дали. Спасибо, благодарю. Спасибо. Франция. Бонсуар. Я отснялась в 16 сериях и отснялась еще в одном проекте, который сейчас в работе. Сейчас снимают Эммануила Виторгана, доснимают, и скоро будет готов фильм. Театральные проекты новые пока рассматривают. Да, они помогают. Тут спрей от комаров. Надо было из Москвы привезти. То, что я купила в аэропорту, такое все экологичное, оно вообще не спасает. Спасибо. Так, значит, псевдоглинников. Вы сначала лицо свое покажите, на Филиппины забрать. Ой, на Бали потрясающе. Хотя местные говорят на Бали. Я разговаривала с местными жителями. Как называется фильм? Проект. Я не могу раскрывать название, пока продюсеры не позволят. 16-серийный проект. Курску привет. Я как-то там была месяц на гастролях. И сходила вдоль и поперек. Так, вопросы повторяются. Кто-то хочет прямой эфир. Ага. Хорошо, буду выкладывать видео. В Дагестане нет ни разу. А зачем отель? Не поняла, раскрывать. Хорошо. Отели я раскрою с завтрашнего дня. Договорились? Чтобы вы не успели тут меня найти. Я часто меняю отели, если вы заметили. Мне нравится жить на разных частях острова. Добрый вечер. А, косметолога порекомендую в Москве. Напишите мне, пожалуйста,
под новым постом. Любимая книга, любимые исполнители. Такой вопрос интересный. У меня много любимых исполнителей. Как ни странно, от Мерлин Монро до Андрея Бочелли. Мне очень нравится Анна Аглатова. Я с ней знакома, если вы знаете такую оперную певицу. Иркутск. Да я много раз у вас была и с радостью приеду. Год, кто такой? Больше всего на Бали. То, что мои ожидания все оправдались. А тифлокомментарии не... загуглите. Ирина Безрукова, тифлокомментирование. И будет грандиозное количество видео и статей. Стас Михайлов? Нет, это не Стас Михайлов. Спасибо. Греция. Надо в Греции побывать. О, Виталий, привет! Как ты поживаешь? Любимые духи? У меня их несколько. Экранизация. Хорошая мысль. На Кипре я была трижды. Спасибо большое. В Карловых Варах вы меня видели? А, какая прелесть. Кстати, там я посмотрела шикарный фильм, называется «Хрусталь». Режиссер Дарья Жук. Очень рекомендую. Именно в Карловых Варах. Такие занятные у вас аватарки. Почему там нет лиц или какие-то странные лица? Скажите мне, пожалуйста. В Хабаровске. Не была. Я была в Нягане, я была в Сургуте, я была в Пытьяхе, я была в Комсомольске-на-Амуре, во Владивостоке, а вот в Хабаровске нет. Хотя, нет, не была. Привет. Спасибо, Виталий. Как твои дела? Привет. 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 Да, продолжаю про лайфхаки. В этом... отели. Вот такие тапки специально приготовила, видите? Они из натурального листа пальмы сделаны. Эти такие шлепки на резиновой подошве. Вы в них можете ходить по номеру, можете ходить на пляж, а можете забрать к себе на дачу. Они долгоиграющие и очень полезные для ноги. Обычно тапки, вы знаете, какие бывают. Ну, такие тряпочные в отелях. А здесь, в жарком климате, вот эти вот, прям, видите, натуральная-натуральная история. Еще один лайфхак. Лайфхак мой. Потому что я просыпаюсь сквозь сон, пью воду, а поскольку иногда сплю мало, и разной высоты тумбочки, я держу пластиковую бутылку с собой. И пью из бутылки. Потому что я совсем недавно на Бали грохнула бокал с водой. Я потянулась, и там был неровный какой-то такой аутентичный столик индонезийский, но он такой уже был с неровной поверхностью. Кто-то там пишет, ура! Ирина красавица, конечно, соглашаюсь. Со всем хорошим советую вам соглашаться. А ребенку не обязательно, но если он хочет, если он в Москве, то это детская студия «Артист» под руководством Владимира Михайловича Стуканова. Только туда. Косметолога и пластического хирурга. Могу только косметолога. Что забрать, кого забрать? Боже мой. Тут кто-то пишет, что любит меня. А для того, чтобы любить человека, его надо как минимум знать хотя бы. А издалека это получается, ну как, придуманный образ. Ключик от вашего сердечка. Ну, у вас даже на аватарке головы нет. Ну вот как вы так хотите общаться? Натурально и красиво. Спасибо. Вы знаете, я пробовала быть блондинкой. Может, психану и стану. Ай! Так, очки. Пошла за очками. Так. Это тоже я в зеркале. Давай ронять очки. Так. Вам пишет давний поклонник из Курска, Женя Печеных. И? Смотрите. Завтрак у Тиффани. Похоже? Так побуду.
Я счастлива в данную секунду абсолютно. Столько людей пишут, что меня любят. Тоже пьете воду из бутылки? Да, у меня такая, ну, экологичная, они бывают разного цвета. У меня была зеленая, теперь вот такая. Очень много я посетила на Бали. То есть грандиозно. Много. Я посмотрела водопады, несколько храмов, естественно, посмотрела церемонии. Это очень интересно. Взошла на вулкан, который называется Братан, на высоту 1771 метр. Вот. Встретила там рассвет, спустилась и купалась в источниках, который называется Даваси. Видела несколько озер разных и жила на разных концах острова. Я жила в местечке, которое называется Убуд. Кстати, если там будете, Клеа-кафе самое лучшее. Или Клер. Какие сериалы вы смотрите? Смотрите их вообще? Смотрю. И русские, и зарубежные. Похоже, да? Завтрак у Тиффани. Нурсултану привет! Здесь моя подруга. В сторис она есть. Зовут ее Надин. Вот ее дети скачут по моей кровати. Что с губернским театром? Нет, в директ я не пойду. У меня там грандиозное количество всяких сообщений. Я просто не успеваю их смотреть. Уколы красоты – это что? Объясните мне. Ботокс нет. Я вообще стараюсь... Так Астана или Нур-Султан? Это прям уже интересно. Так, все, очки сниму. Тиффани отдыхает. Ой. Моя челма поехала в сторону. Вы вегетарианка? Нет. Но бывают дни такие, когда я не ем мясо, мне просто не хочется. Я просто слушаю себя. На острове, кстати, мяса не хочется совсем. Что в жизни не хватает? Я люблю танцевать. Что в жизни не хватает? А вы знаете, наверное, всем всегда чего-то не хватает. Надо научиться радоваться тому, что есть. Музыку гармоничную. Я не люблю деструктивную музыку. Остальное все люблю. Нурсултан, да. Из еды воду в первую очередь. Я могу обменять бутылку Хеннесси на бутылку воды легко. И вам дзынь. Вообще вот здесь вот такие бутылки. Хорошая вода. Специально для отеля делается. Видите, индивидуально ее заказывают, правильно делают, в хороших отелях хорошая вода. Но я ее открываю и переливаю в свою. И, кстати, лайфхак. Если вы находитесь в Азии или в Индии, пить только из бутылок, которые открыли вы сами. И лучше лаймом протирать горлышко бутылки, обеззараживать. Я один раз выпила просто воды, которую мне принесли и поставили на стол. А на следующий день начался в 6 утра. Последний герой. И двое суток. Догадываетесь, что с моим организмом происходило. Какая у меня мечта, если не секрет? Чтобы на этой планете стало больше любви и радости. Ага, именно, да. Каприз, да. Что для меня счастье? Много что. Радость, гармония, общение с людьми, не знаю, капли росы на листке, смех. Да, много. На Новый год это секрет. Я не готова им пока делиться. Ну, какие вопросы? Хотим мы кого-то пригласить в прямой эфир? Что скажете? За волосами как ухаживаю. Есть мой стилист Павел Ван. Посмотрите мои посты. Там он указан. А я следую его советам. Отель находится в Нуса-Дуа. Если это вам что-то говорит. Это побережье, где находятся самые хорошие отели. Пятизвездники. Я в одном из них. Последний герой, на самом деле, в одной серии 3 дня. И, как вы понимаете, нас снимали, если понимаете,
иногда 6 утра и до 12 ночи. То есть постоянно почти. Приезжали, сменялись операторы, уезжали. Вот. А мы жили своей жизнью. И не могло все войти. Не вошло одно очень трогательное и прекрасное, чудесное мгновение или несколько мгновений. Вылупился маленький черепашонок. Я взяла его на руку, он был очень-очень слабенький, в полладошки, такой кожаный, и отнесла его в море. И мы стояли и смотрели на это. Это не вошло. Приходите в губернский театр, приходите. И я играю свой спектакль в Москве и в Питере. Называется он «Бесконечный апрель». Но нужно позвонить в кассу и узнать, а кто играет этот спектакль, поскольку в театре обычно бывает несколько составов актерских. Спасибо. Я участвовала в «Форт Боярд», его можно найти. А врач-косметолог кто? Напишите мне под последним моим постом. Я увижу, кто вы, и отдам телефон, если вы в Москве, или если вы собираетесь приехать в Москву на консультацию. О, Нижний Тагил, привет. Красноярск, привет. Губернский театр. Наберите в Гугле «Московский губернский театр» в городе Москва. Волгоградский проспект, 121. Вы Красноярске? Я не Красноярске. Я Ростов-на-Донуске родилась. Губернский театр хороший, но я согласна. Там есть несколько спектаклей потрясающих. Саратов, привет. Караганде, привет. Павлодар, здравствуйте, здравствуйте. Барнаул, привет. Вопросы будут? О, Эвелина, привет. Привет, дорогая. Друзья, Эвелина Блюденс. Так. Привет, Тольятти. Была несколько раз. И, кстати, у вас там есть места, где артезианская вода. Когда стоишь в душе, выходить не хочется. Можно пить из крана. Вредные привычки. Конечно, я очень люблю спать. Но этой привычке иногда не суждено сбыться, потому что иногда я сплю от 1,5 часов в сутки. Мой любимый парфюм. Долгое время был Сики Ван, как ни странно. Нур-Султан переименовали уже. О, Саяна Шушинская. Привет. Я жила в городе Кызыл, училась там в школе. Со спектаклем можно. Спасибо. Если такие. В антрепризах пока нет, но рассматриваю предложение. Любимые партнеры, актеры. Андрей Ильин. Мы с ним играем спектакль. И еще там есть маленький артист 6 лет. Подосуточка. Верите ли в судьбу? Ну, это очень глубокий вопрос и разговорчик надолго. На 100% нет. Ха! Так он вас оставил, так еще говорит, что вы никому не нужны, не верьте. Это неправда. Вы же ему были нужны все это время. Вероятно, хочет вам причинить что-то не очень хорошее чувство. Приятно, Суртал. Любимый художник? Много. Очень люблю импрессионистов. При этом Левитана люблю и много кого люблю. Мне нравятся Рерихи. Мне нравится много кто. Врубеля люблю. Петь. Подпевать скорее. Я не уверена, что я очень хорошо пою. Слух у меня есть, но такого голоса, как у Галечки Воробьевой, у меня нет. В Беларуси многократно. Краснодар, привет, была. Играла спектакль. Пенза. Нет, у меня сейчас нет любимого мужчины. Не встретила. Спасибо. А вы загуглите. Все это очень просто. Даже бог ума и красоты. Ну вот видите, вы говорите, что такое счастье, когда такие вещи пишут. Вот ты лежишь тут с помытой головой у себя в номере, а тебе пишут такие вещи.
Встретите еще. Да, и встречу, наверное, если так. Ну да, был долгое время мне этот парфюм. Потом, естественно, были много разные. Было, сейчас скажу, Louis Vuitton Апогей парфюм. Был Voyage парфюм. Вот. Ну, много какие. Привет. Ювелирный бренд. Разные. В разных брендах мне разные вещи нравятся. Бокс. Вы знаете, я была на боксе. Вот если честно, мне очень сложно смотреть, как мужчины в свободное время добровольно друг друга избивают. Я смотрела бой Поветкин Кличко. Меня пригласили организаторы. И регулярно приглашают. Но если честно... А, да, я смотрела так называемый бой Микки Рурка. Ну, это был такой бег, это не бой был. Вот. Если честно, мне это не доставляет радости. Привет, спасибо. Привет. Привет, 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 привет. Это вот что-то яхтся, это я не поняла. Любимая книга много. Но одна из «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Ричард Бах. Иллюзии». Ли Кэрролл «Возвращение домой». Готов стать мужчиной, вас люблю лучше. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Да-да-да, снежинка, еще не снег. Я играю в одном спектакле в Губернском театре и много работаю в других местах. Привет, друзья, вас все больше и больше. Мой любимый город в России. Я вообще люблю планету Земля. Много городов, которые мне нравятся. А сейчас я на Бали, и мне здесь нравится. Земля очень красивая. Я была в Ереване. Я была на монументе геноцида. И я снималась в фильме «Землетрясение». Я была в Гюмри, в Ленинакане, бывшем. И место под названием Эгард и Гарни – это фантастика. А Епифанцева видела несколько раз. А что? Киев, привет, я вас снималась всю эту осень, летала двумя рейсами. Когда уже вы сделаете прямой рейс из Москвы? Конечно, есть подруги-актрисы, как-нибудь. Вы тоже из Гюмри? Ой, не просто там все. Пожалуйста. Странный у вас ник, и при этом странный аватар вы не находите? Вопрос веры я считаю интимным и делюсь этим вопросом только с близкими людьми. Мужчина-стрелец? Да, стрельцы мне нравятся. Ну, а вдруг мне понравится не стрелец, и что тогда делать? Спасибо. Так. Рассказать вам, какие напитки я пью? Мы с Володей не снимались. Мы снимались много с кем. Я снималась с Николаевым. С легким паром, спасибо. Вот смотрите, что у меня есть. Знаете, что это? Тут вверх ногами у вас. А, ну да, это ж обратная. Обратная перевернутая камера. Это маты в порошке. Парагвайская ерба мате. Но об этом в другой раз. Это полезная вещь. Мужчины, тельцы. Да дело не в знаке. Это же, вы же понимаете, это случается или нет. Владимир. Жуко. С какой целью вы интересуетесь? Вы случайно не из таблоида? Отдых во многих.
Перу, на Карибах, на Гавайях, в Австралии. Вот сейчас на Бали очень нравится. И красиво было на Филиппинах, на острове Палаван. Я счастлива, конечно. Про питание. О, Катюшка, привет! Что больше всего? Про питание. Была вегетарианкой 6 лет. Не ела мясо. Даже рыбу, по-моему, не ела, и яйца. Потом захотелось рыбки. Потом ела, чередуя все подряд. Сейчас слушаю себя на острове, сейчас мяса не хочется. Немного рыбы ела. А так тут масса другой всякой еды, которая очень вкусная. К видеоблогерам? Ну, если это люди с нормальными понятиями о нравственности, то хорошо. Тяжело отказаться от мяса? Нет. Если компания подобная, или вот в теплом климате вообще элементарно. А зачем отказываться? Мне кажется, надо слушать себя. Я в соцсетях только Facebook, Instagram, все. Веду сама. Столько любви им будет. Полосочки где надо смотреть? Здесь надо смотреть. А как же, понимаете, Элизабет Тейлор, которая там сколько, 8 раз замуж выходила или сколько? А Дунаевский? А какие процедуры? Ну, мне делают пилинги фруктовые. Самая вкусная еда здесь. Тут много еды. Главное, специи. Реально очень вкусные. Здесь, во-первых, очень много разных морепродуктов. Дорогое платье, которое я себе покупала, надо вспомнить. Спасибо. На личном фронте любовь с собой, роман с собой у меня. Мне так нравится, я волнуюсь, что он затягивается, поскольку роман с собой, он идеальный. Я же идеально всегда знаю, что я хочу, чего не хочу, и могу себе многое позволить. Привет. Ага, в смысле, у него дома, наверное. Так, спасибо. Вот человек без головы мне пишет комплименты. Пилинги фруктовые как проходят? Ну, во-первых, это не летом. Во-вторых, с хорошим косметологом. И в-третьих, лучше легкие. И чаще, чем глубокие и непонятно как. Ну, молодцы, хорошо. Так. Видеоблогеры. Здравствуйте, все в порядке. Робеем. Радеем, наверное. Будем дружить. Ну, вероятно, вы уже дружите, раз вы здесь. Спасибо. Друзья, я уже давно в эфире, я выложу его. Ну, потому что на вашей аватарке отображается только костюм и шея. Я существую. Как это? Я есть, и я буду есть. Что-нибудь съем вскоре. Хорошо. Привет. Так, у меня уже тюрбан съехал на сторону. Обновляется что? Хермоза это что? Переведите. Водичку. Вода. Водицка. Вот где красота и молодость. Надо много пить воды без газа. Со многими общаюсь, последнего героя, переписываюсь. Вот недавно Яна мне отвечала. У нее их новый проект. Я слежу. Какой у меня цвет глаз? Надо посмотреть. Какой у меня цвет глаз? Это плохо видно. Вообще серо-синий. А я преподаю иногда в институте Реакомп. Тифлокомментирование в театре. В театральном предлагали. Но я считаю, что мне рановато еще. Привет. Привожу. Накупила уже. Они меня вот тут вот ждут. Самый лучший ресторан. Гостить, что я люблю. А какой самый лучший ресторан в Питере?
какой бы должен быть мой мужчина? Любимым, достойным. С благородной целью в жизни. Добрым и щедрым. Отлично, только я в душе была. После пилинга что происходит с кожей? Загуглите, друзья. Это все есть в интернете. О, Голландия, привет! Я была в Голландии, была в Утрехте и была в Амстердаме. И чуть не заблудилась на одной сомнительной улице. Спасибо, я буду выкладывать. Тут везде что-то ползает все время. Господи, что за остров? Кастинг мужчин? Да, не уверена, что достойные мужчины ходят на кастинги. Привет. Возраст? Ну, главное, чтобы совершеннолетнее было, ребят. Это сейчас шутка была. А тифлокомментированием? Это профессия, ей надо учиться. Не совсем иногда легко, но очень здорово. Вы про нарциссов? Нет, хватит уже нарциссов. В Голландии, около Германии, прикольно. Лиссабон. Зачем мне гуглить? Нет, я не умею ездить на велике. Я в детстве немного ездила и побаиваюсь. Большая разница в отношениях. Если вы друг друга любите, это все ничего не важно. Я буду смотреть новый сезон. Якутия, привет. Какую кухню? Фьюжн предпочитаю. Уфа, привет. А, вы никак не реагируете, даже отписались со временем. Что-то я не припомню такого. У меня много фэн-клубов было. А, и есть, если поискать. Привет. Кто-то хочет прямой эфир. Ну, давайте посмотрим, кто тут хочет. Запросы. Боже мой. Ой. Ой. И все мужчины. Я волнуюсь прям. Одну девушку. Интересно добавить в эфир. Катя. Если я вовремя, выходи. 35 для вас подходящий возраст. Дело не в возрасте. Опять же, в человеке. Будешь? Нет, я не буду на вас подписываться, потому что я подписываюсь только на тех, на кого я знаю. Ой, что это? Катя. Так. Я вижу только глаза, Катя. Можно я на этот вопрос не буду отвечать? Так, Катя, ты где? Катя, я соскучилась. Дело в том, что я хочу присоединить девушку, которая одна из лучших молодых аниматоров. Привет, Катюшка. Мультик «Хоботенок». Посмотрите, посмотрите, какое у нее лицо. Она только добрые мультики рисует. Что за паника? Ты типа себя в порядок хочешь привести? Тебе не надо, ты красотка. Я просто не поняла, где я. А ты в прямом эфире на Бали. Привет всем, мамочки. Премьеры. Крин экрана срочно. Я так не делала. Я вот работаю. Вот. Ты рисуешь новый мультик, скажи нам какой. Нет, я рисую старый, все еще про кораблик, вот. Название скажи. Кораблик, который хотел летать, вот он тут на парашютике летает. Да, все запомнили. Катечка, я не буду тебя отвлекать. Да, пока еще не доделан. Я тебя не буду отвлекать в тельняшечке. Ты прекрасно рисуешь. Да, я сняла косички. Бредики, правильно. Да. Вот. Ура! Все, я тогда тебя отсоединяю, потому что мы сейчас начнем общаться, и народ просто ему будет неинтересно. Да, всем привет. 222 человека смотрят. Привет! Всем привет аниматорам, всем привет! Мы ваш труд уважаем. Очень.
Бойцы невидимого фронта. И любим вас. Тебе солнышко, солнышко, солнышко. Пока, Миш, привет. Хорошо, до свидания. Катюшкин, отключайся. Вот такие пироги. Вот эта девушка великолепные мультики рисует. Посмотрите мультик «Хоботенок». И вы поймете, Катечка Филиппова. Логическая женщина. Я логичная, знаете, бываю какая. Так, привет, Кать. Катя-то кто? Привет, я не Кать. Озвучивать? Да, я многие озвучила. Друзья, я, наверное, буду завершать эфир. Еще по вопросику давайте. У кого-то премьера? Премьера у человека, который был в прямом эфире. Представляете, известная девушка, масса призов у нее. А, кстати, там моя гардеробная. Вот видите, там купальник мой висит. Вот этот вот мой купальник, такой загадочный. И на самом деле в нем не сгораешь. И загораешь без полосочек. Вот такой у меня есть купальник. Еще там вещи на завтра висят. Вот такая вот история. Скоро увидите в кино. Все новости в Инстаграм. Спасибо. Пожалуйста. Давайте прощаться. Пока-пока-пока-пока-пока. Катя, вот видите? Кэт Фэ Арт. Вот это вот Катя. На нее все подписывайтесь срочно. О, премьера ученицы Мессинга. Круто. Катюшка, ты была так хороша, так меня порадовала. Хорошего отдыха. Всякое бывает, но стараемся. Удачи. До следующего эфира. Пока-пока-пока. Так, одеваю очки. Так, все. Завтрак у Тиффани. Ужин у Тиффани продолжается. Только сдвинь корону на бок, чтобы не висло на ушах из той серии. Все. У Бузовой день рождения. Олечка, детка, с днем рождения. Пока.